входили в следующий ангар. Потом мы выходим, обходим их с двух сторон, то есть с правой стороны и с левой. Выходим, вот этот промежуток между ангарами, засекаем там четверо людей. Мы кричим им: оружие на пол, руки в гору, ну, все дела. Они не реагируют, наводят на нас стволы. Нам ничего не оставалось, они уже начали вон, извиняюсь за выражение, вот у меня пуля прошла по капюшону. Ну, мы пришлось всех повалить. Один сдался. А еще 8 человек были взяты в плен. Сейчас вы видите их на своих экранах. И по рассказам пленных, военнопленных, им задачу изначально поставили забрать раненых в ВСУ из аэропорта. То есть фактически дезинформировали. И уже только когда операция началась, им сообщили, что они идут в наступление. Мы наступали с Водянова. Мы должны были вытащить наших людей с аэропорта. И все. Просто вытащить, эвакуировать и все. 2 единицы бронетехники ополченцы также подбили пленным, обещали жизнь. Вот у нас тоже была возможность с ними пообщаться и задать вопросы, действительно, насколько они информированы своим руководством о реальной ситуации в Донецком аэропорту. Что в терминале стоят наши войска. То есть надо забрать 300-х. Мы поехали забрать 300-х. Оказалось, что никаких там 300-х нема, а нас отправили в нападение. Вас просто командира обманули? Нас просто вони кинули. Нас тупо вони кинули, и все. Отмечу, что один из офицеров ВСУ, взятых в плен, принимал участие в первой ротации украинских войск в новом терминале Донецкого аэропорта. Тогда он стоял рядом с командиром киборгов Куполом, который сжал руку Моторолы. Сейчас, в общем-то, оказался в плену. Отмечу, вы слышите сейчас, что артиллерийские перестрелки здесь, рядом с Донецким аэропортом, не прекращаются фактически ни на минуту. Выстрелы и разрывы с интервалом в несколько секунд здесь — это обычное дело по-прежнему на протяжении уже последней недели. Семен Пегов, Павел Чуприна, Life News, Донецк.